У нас в Лобне открыли еще один парк, парк Киева. Ну так классно все сделали, газончик посеяли, все разровняли, дорожки сделали, вот, скамеечки, мусорки, вообще красота, конечно. Теперь цивилизация. Еще пруд там облагородили, сейчас сниму. Красота, гуляй не хочу. Здесь находится мой мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны. Кто защищал Киева. Рядом спортивная площадка. Чуть дальше детская площадка. И сцена там за туйками. Сейчас не видно. Ну, там арочная сцена для выступлений всяких, спектаклей. Ну, вообще красота, конечно. Насажали деревья, рябины. Ну, если видно, там сцена вдалеке. И такая покрытие гранитное, наверное. Такая очень классная брусчатка. Вот такая площадка из зацилиндрованного бревна для турникетов и мягкое покрытие. Лазилки для детей. Очень здорово, все красиво. Но подростки постарше, конечно, облюбовали вот этот вот трек. Гоняют тут на велосипедах, на скейтах. Там целая толпа. Нравится. Где вы есть теперь, где выпускать парк? Такой парк Киева. Раньше здесь была помойка справа и дорога вся в колдобинах. Теперь красота, конечно. Народу много гуляет. Здорово. Вот так облагородили наш пруд. Сделали смотровые площадки. Положили площадку по краям. Настелили газон. Вот. Поставили тоже лавочки. Освещение. И вот такие вот смотровые площадки, либо как, не знаю, пандусы, где люди могут сидеть, рыбачить рыбу, смотреть на воду. Вот так вот несколько вот таких вот площадок сделано. Пруд, кстати, озеро, кстати, почистили. Озеро чистое. Вот так люди отдыхают.